Герман. Лидия. Вайн, Вера. Давай сходим куда-нибудь поесть. Великолепно. Это по моей идее. Хорошо. Арди? Жди здесь, Герман. Сегодня у меня банный день. Я надеюсь, ты не против? Не возражаю, всегда твоим услугам. Почему ты сразу не захватил с собой грязное белье, раз уж ты пользуешься моей ванной? Вот твой гоголь-моголь, Герман. Это мой гоголь-моголь. Конечно, тот гоголь-моголь твой, а этот гоголь-моголь Германа. Это ведь не Шококроко. И поэтому мне все равно, чей это гоголь-моголь. Нет, спасибо. Я пью за упругие тыквенные груди и зад твоей жены. А я пью за жидкие мозги твоей кузины. Это ведь был комплимент. Вам я говорил художник, а вам я говорил специалист по жидким начинкам. Производство шоколада – ничто по сравнению с производством конфет, наполненных серым веществом лидиных мозгов. Если бы можно было вскрыть лидин череп, как пасхальное яйцо, там нашелся бы богатый ассортимент карамели, леденцов, шоколадных конфет с ромом, ликером и мое любимое лакомство – фруктовый мармелад. Боже! Ты думаешь, я ее унижаю? Но тебе любой подтвердит, что она на меня молится. Ей нужен властелин, а мне нужна жена, которая покоряется. Мы совершенная пара. Я люблю литературу, она — бульварные романы. Я мыслю четко, она путана. Я аккуратен. Она неряха. Мы отличные пары. Как замок и ключ. Герман, ты говоришь о жизни, как будто она имеет смысл. Пожалуйста, будь осторожен, Ардалеон. Тщательно обдумывай, что ты говоришь. Потому что вон там сидит господин, который похож на одного венского целителя душ. Лидия сейчас вернется, но только на минутку. Давай поспорим. Обычно она возвращается в двух случаях. Либо она забывает расческу на туалетном столике, либо у нее не оказывается собой мелочи, либо... А вот и она, посмотри на нее. Разве она не прекрасна? Даже то, как она одета, замечательно. Ее чувство цвета сводится к совпадению слов «кирпично-красный» подходит к вишнево-красному. Оба ведь красные. Она называет это повторяться. Также она рассуждает и о политике. При слитном произношении, как она говорит, возникает эхо. Красный, это красный. О чем вы говорите? О русской политике. Что можно ждать от большевиков? Я не могу найти губную помаду. Она выпала у тебя. Я страдаю, но не жалуюсь. Ардалион, выдать тебе семейную тайну.